В Ульяновскую область пришла настоящая зима с метелями и пургой, и все заняты борьбой с непогодой. Все, кроме ульяновских представителей КПРФ. У них борьба другая. Вначале они напором врываются на расширенную встречу с уполномоченной по правам ребенка. Причем двери в зал заседания берут штурмом в прямом смысле слова. А после встречи обступают плотным кольцом губернатора Сергея Морозова, который спешил на заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Главе области коммунисты пришли просить за 6 депутатов Димитровградской городской думы. Прокуратура потребовала досрочно лишить их мандатов за представление неправильных деклараций о доходах. Что плохого сделал? Если этот пенсионер не работает, у меня только похоронные остались. За похоронные меня судят. Ну и разве правильно? Коммунисты просили губернатора отозвать заявление в суд об отзыве мандатов у депутатов. Именно просили, а даже не требовали. Депутат Госдумы Алексей Куриный призвал обменять 6 депутатов Думы на 6 участников команды губернатора. Их тоже уволить. Один продажный. Еще раз, продажный ты. Продажный, ты где только не побивал. Ты мне говоришь о продажности. Конечно. Ты победил Россию, справедливый Россию. Не надо махать руками. Такой принцип очень похож на принцип око за око, который применялся в стародавние времена. Просителям порекомендовали обратиться в суд, где доказать свою правоту. Это больше соответствует нормам права современного общества, чем челобитные с просьбой отменить законное требование. И уж тем более действия по принципу око за око. Егор Титов, Юрий Ломатов, новости Улправда ТВ.